Сегодня приготовим завтрак для 3 человек, очень полезную кашу из бурого риса. Засыпаем в горшочек, в один и в другой по одной ложке, и пшенки, тоже по одной ложечке. На кончике ножа соль и немного сахара. Готовить будем в аэрогриле. А в третий горшочек мы загрузим 2 ложечки кукурузной крупы. Почему удобно готовить в аэрогриле? Вот можно, например, поставить сразу 3 горшка, 3 разных каши. Можно поставить вот в один горшочек рис с овощами, в другой гречку с мясом, в третий пшенку на молоке. Вот у нас 3 горшочка готовы. Заливаем горячей водой. Кипяток используется с той целью, чтобы быстрее готовилась каша. Не надо тогда тратить время на то, чтобы воду нагреть. Каша будет жидкая такая, не рассыпчатая. И ставим наши горшочки в аэрогрель. Кукурузную надо добавить соль и сахар. Размещаем горшочки в аэрогриле. 3 600-граммовых горшочка удобно в нем помещаются. Выставляем программу в аэрогриле. Нам потребуется 15 минут времени. Максимальная температура 260 градусов. И высокая скорость вентилятора. Пуск. Вот гриль подал сигнал. Каша готова. Достаем специальными ухватами, чтобы не обжечь руки. Вообще, если готовить в аэрогриле рассыпчатую кашу, нужно готовить ее 30 минут. Но поскольку мы делаем сейчас не рассыпчатую кашу, то достаточно 15 минут. Теперь получившуюся кашу нужно взбить блендером до получения однородной массы. По вкусу можно добавить масло. Масло добавлять. Я взбил кашу блендером, и вот теперь можно аккуратненько перелить ее в тарелку. Вот такая жидненькая, очень полезная получилась каша. Масло я не добавлял. А, в общем-то, можно добавить сливочное или растительное масло по вкусу. Здесь вот у нас каша из пшена и бурого риса. И сейчас вот выльем кашу кукурузную. Очень удобно пользоваться для того, чтобы работать вот с этими горшочками керамическими, потому что они горячие, вот с силиконовыми прихватками. Вот такая замечательная, здоровая, полезная и вкусная каша у нас получилась в аэрогриле, ну, фактически за 15 минут.